Хей-хей, друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу модные фейерверки для Майнкрафта Pocket Edition. После установки этого мода в вашем городе появится большая куча фейерверков, которых просто раньше в Майнкрафте не было, но теперь они у вас появятся. Ну что ж, давайте начинать. Самый первый простой фейерверк, он взрывается вот таким довольно простым эффектом. Да, просто, друзья, бух, как будто взорвался динамит. Ну, а это у нас уже довольно крупный, и он стреляет вот так, то есть взрывается. Ну, можно сказать, и стреляет. Это у нас уже немного поменьше, но тот же самый формат, но немного другой. Это, друзья, у нас уже просто суперский. Как видите, появился такой кубик. Ну, давайте запустим еще раз. Кубик, да, друзья, кубик такой. Круглый кубик. А это у нас уже настоящий куб, который имеет объем, и он падает прямо на нас. Собственно, идем дальше. А это у нас идет, друзья, вот такой круг. Это уже у нас уже круг. Собственно, опять же, он какой-то овальный, но это у нас типа круг. Ладно. Это у нас, друзья, что это? Это у нас еще один круг. Да, наверное, все уже видели. Дальше у нас идет просто классная звезда, которая похожа на дьявольскую звезду, но это не та звезда. А это у нас просто бах, бах, друзья. К сожалению, много таких штучек заспавнить вы не сможете, потому что они будут просто дропаться. Вот, к сожалению, минус в этом моде. Но ничего страшного, куда вам так много? Вы можете запустить всего лишь один фейерверк, и этого вам тоже будет достаточно. Ну вот, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.